Всем привет, моя хорошая, с вами Светлана. Мы начинаем новый влог. Покупки Wildberries, покупки Озон, покупки Аптека.ру. В общем, будет много интересного. Оставайтесь со мной до конца. Пришел заказик с Аптека.ру. Сейчас все расскажу и покажу. С вами два средства. Первое – это Клавио. Посоветовали девочки в Телеграм. Буду применять сегодня вечером, начну. И не знаю, то ли чередовать, буду его лучше ежедневно применять. То ли как, ну, в общем, Фаберлик кальций на ногти и Клавио, так как гель-лак сняла. У меня пластина, в принципе, нормальная, конечно, истонченная, но она достаточно ровненькая. Говорят даже, что вот у кого неровная ногтевая пластина, вот это средство назначают. Самая адекватная цена была на Аптека.ру. Эсвицин тоже самое, 180 рублей на Аптека.ру, а это средство, девчонки, всего 445 за оба средства, сицин 180, помню точно. Я вам уже про него рассказывала и рекомендовала очень часто девочкам для роста волос. И против выпадения. У меня проблем с выпадением сейчас никаких нет. Слава богу, все отлично, все нормально. Просто хочу, чтобы побыстрее росли, укрепить, скажем так, и для профилактики. Это еще средство советских времен. Мне его посоветовала моя парикмахерша, когда у меня после первых родов, после Ксюшки, выпадали волосы сильно. Она мне посоветовала его, я его втирала ежедневно. Он есть в виде спрея, на Аптека.ру его нет в виде спрея. Я купила обычный. Можно перелить в какой-нибудь флакончик, сейчас я этим и займусь, что-то найду с распылителем, может быть, даже, или с носиком. И каждый вечер на ночь втирать в кожу головы. Он мне тогда очень-очень помог. Он не имеет запаха, не имел, по крайней мере. Что тут у него в составе? Гормонов нет, ничего нет, противопоказаний нет. Вот состав, смотрите, янтарная кислота и соединения химические. Вот все-таки, смотрите, янтарная кислота, да? Интересно. Я в прошлый раз составом не увлекалась, а тут вот как-то так. Эффективность шампуня увеличивается при добавлении в него 20-50% свицина. Смотрите, как здорово. Но я в шампунь не добавляла, волосы становятся гуще, особенно у женщин, люди, облысевшие талопеции, восстанавливаются волосы полностью. В общем, классное средство, я его уже на себе проверила, и вот хочу для профилактики еще поделать. Жирности корней волос не вызывает, то есть он практически как вода, господи. Он не имеет ни запаха, ни какой-то маслянистости, ни чего-то еще. Здесь у нас, кстати, нормальный дозатор, может быть, я и оставлю, сейчас открою. Но он не очень удобный, я помню, первый раз я прям вот из этого дозатора поливала на кожу головы. Да, никакого запаха, как обычная вода, такой же цвет, как бы не имеет запаха, но работает, вот понимаете, работает. Так что буду применять, буду вам потом обязательно отзывы давать, рассказывать. Будем делать с вами маску для волос, знаете, захотелось чего-то эдакого, нам нужен мед, желток и масло. У меня вот такое масло завалялось, ботаника Фаберлик. Оно мне не нравится само по себе, как самостоятельный продукт. Мне маловато. А вот в такой замес подойдет 12,87. Так, желток только берем, белок не берем. Белок можно на лицо использовать. Очень хорошо стягивает и подтягивает лицо. Белковые маски взбить и нанести на лицо. Можно добавить четверть чайной ложки муки. Очень классная маска для лица будет. Яичко, это не тебе, милая. В общем, сейчас 2 столовые ложки на меда положу. Немножко подогрею и добавим все остальное. Делила желток от белка. Теперь открываем маслице. Мед горячий. Сейчас пока голову помоем, чуть-чуть подостынет жидкий. И выливаем сюда все масло. Тут осталось, ну, наверное, практически столько же, сколько и меда, чуть поменьше. Крис, хулиганка, перемешиваем. Красивая такая смесь получается, но жидкая. Наносить буду над ванной, шапки все свои потеряла, пакетик сверху и полотенце. Хорошенькие волосики после маски, класс. Пришлось, конечно, смывать ее шампунем, потому что все-таки там масло и мед с волос тяжело очень убрать, но все равно классно. Плотненькие, объемные, такие живые, класс, мне понравилось. Надо почаще делать такие натуральные масочки для волос, луковицы питать, здорово. Еще одна покупочка на Wildberries, сейчас вместе с вами будем тестировать. Это универсальный кислородный очиститель от Brand Free. Это, девочки, знаменитый перкарбонат натрия. Сейчас расскажу, почему и зачем взяла. Сейчас мы тут с Максиком вам расскажем. Помните, когда порошок Фаберлик зимой, да, сильно подорожал? Мы с вами искали ему замену, мы искали хорошие пятновыводители, летом особенно. Да, Крис тут мне игрушечки подсовывает. Летом особенно, когда Крис
любила поваляться в траве, искали, много чего перепробовали, и ничего не подходит. Ничего так хорошо пятна не выводит. Мы с вами пробовали даже пятновыводитель вместе с отбеливателем Фаберлик, заливать кипятком и так далее, и все равно ничего не получалось. И многие девчонки в комментариях и на Дзене, и на Ютубе посоветовали перкарбонат натрия. Некоторые писали какие-то названия, названия каких-то брендов, даже кидали мне ссылочки с Wildberries, Sazon. Я читала и смотрела, что в составе везде перкарбонат натрия, но только бренд берет бешеные деньги за название, грубо говоря, и толку смысла переплачивать абсолютно никакого нету. Поэтому я полазила, поискала и все-таки созрела тоже это средство попробовать. Тоже очень много хороших отзывов и на Wildberries, и на Озон. Можно чистить все, можно чистить посуду, ковры подходят для детей, что мне как бы тоже очень подходит, и выводит пятна, поэтому будем с вами все вместе тестировать. Почему именно, собственно, бренд Free я выбрала? Потому что почитала про них тоже. На самом деле перкарбоната натрия на рынке, маркетплейсах очень много. Почитала, и у них накрутки нет за бренд, то есть цена адекватная за килограмм, вообще цена очень адекватная, да? Они с 21 года на рынке, то есть уже больше года, да? За качество и безопасность. Здесь у нас с вами внутри пакета инструкция и мерная ложечка. Так, отлично справится с загрязнениями органического происхождения. Трава, вот, напитки, продукты. Вот детское пюре меня больше всего волнует, потому что есть футболочки, вещи, которые прям вот ничем вообще не отстирываются, даже на 90 градусов стирки, да. Для белья и цветных тканей можно. Кафель, смотрите, стекло, камень, пластик. Можно чистить абсолютно все. Я смотрела отзывы на этот продукт, и там выкладывали отзывы, прям видеоролики, как и посуду, и какие-то вещи, столовые приборы, все играет новыми красками. Крис, моя болтуха. Так, при взаимодействии с водой распадается на соду с выделением активного кислорода. Абсолютно безопасен для человека окружающей среды. Это очень важно на самом деле. Внимательно изучите инструкцию, изучим обязательно. Индивидуальные средства защиты. То есть, если мы с вами что-то будем оттирать, да, на слизистой, ну, это все понятно. Так, в случае Так, нужно этикеточку оторвать. Тут выше 30 градусов. Скорее всего, он работает выше 30 градусов. Вот противопоказания даже есть. Сейчас скроем. Это артикул, я так понимаю. Нам нужно с вами оторвать эту этикетку и почитать. Хранить при температуре 30 градусов. Так, состав 100% перкарбонат натрия. Не использовать, значит, на изделиях из шелка, пуха, пера, кожи, замши, нубука, мембранных тканей, медь и алюминий. Так, смешивание, это противопоказано тоже, смешивание со средствами, содержащими хлор. Для достижения максимального результата растворите средство в воде не менее 90 градусов, а дальнейшую стирку проводите при температуре воды в соответствии с маркировкой ткани. То есть мы с вами должны растворить очиститель и потом им работать, да, то есть либо что-то оттирать, либо что-то замачивать, либо просто стирать в машинке. Так, чайник вскипел, наливаю кипяток в такую вот чашечку, думаю, достаточно. Берем ложечку, я думаю, на одной ложке хватит, потому что если на 5 литров у нас с вами 1-2 ложки, то тут точно одной хватит. Смотрите, он такой вот гранулированный, насыпаем, сейчас, наверное, пойдет реакция. Сейчас как начнет опять у меня пенится. Помните, как у меня с Фаберлитовским было? Пошла реакция. Запаха никакого нет. Вау! Я мешать пока не буду. Я боюсь, сейчас реакция еще сильнее будет. Слышите, как шипит? Ну, хоть не поднимается. Сейчас шипеть закончит, тогда перемешаю. Еще раз ввожу в кружечки, сейчас расскажу для чего. Сейчас опять реакция пойдет. О, пошла. А на столе еще шипит. У меня есть вот такой вот корец для всяких таких черных работ. Ну, допустим, Ксюшка какие-то эксперименты делает, что-то там вот такое вот. Для грязных всяких работ. И выкинуть жалко, потому что другие корочки, они прям хорошенькие. А вот для таких вот всяких экспериментов, что-то варить, что-то делать. Мы в нем делали тесто для лепки сами и так далее. Вот он у меня существует. Он такой вот, в такой вот у него вид. Да? И я хочу его сейчас тоже обработать губочкой, наверное. Сейчас реакция пройдет, все растворится. Может быть, прям полью.
и губочкой вот так вот прорезаю, посмотрим тоже, его немножко обновить. В принципе, реакция уже заканчивается, вилочку возьму сейчас, заодно ей еще блеска придадим. Ой, я прям уже боюсь, но нет, все нормально. Еще помешаем, такое шипение кругом. Размешали. Все, я не вижу никаких гранул в воде, ничего. Вот сейчас пройдет белый. Он полностью растворился, видите? Все, ничего нет, прозрачная водичка. Так, берем нашу с вами футболочку и замачиваем ее прямо этим пятном вот так вниз вилочкой. И оставляем, ну на 2 часа оставлю, слушайте. На 2 часа оставлю, постоит, достанем, посмотрим и загрузим стирочку. Вот так, все, пусть стоит. Вон тут и сам белый цвет, это еще Ксюхина футболка, на футболке поблек. Как раз и пятна. Все, стоит. Еще идет реакция, я видела в отзывах, некоторые даже кипятят посуду, берут большую кастрюлю или большой таз и кипятят посуду, дно сковороды или корочки тоже, или ложечки, чашечки, и все становится как новое. Поэтому очень интересно, на самом деле у нас будет немножко шипение. Способ попроще, сейчас все отшипит. Ну все, практически отшипело. Еще чуть-чуть местами идет реакция. Я хочу сделать вот так. Прямо вот так хочу сделать. Губочку. Так. Хочется намочить там губочку, но вот этот кипяток я побаиваюсь, поэтому я просто оболью. Оболью, оставлю, потом посмотрим. Внутри залила, потому что здесь тут такие тоже как разводы, не знаю, от чего-то остаются. Они тоже не оттираются. Вон они. Видите? И вот тут залила. Все, пусть стоит. Ну что, вот и все. Постоял он 15 минут. Мне больше не терпелось. Я вот этой стороной обратной губка Фаберлик потерла слегка. И красота. Слушайте, внутри вообще он у меня такой не был 100 лет. Просто здесь вот мелкий этот налет, он был практически по всей поверхности внутри. Ручка, вот тут, которая вся черная была, вообще красота. И с этой стороны я отражаюсь аж. Вот остались какие-то только мелкие такие, да? Все оттерлось. Я очень довольна. Это мы просто полили. А представляете, что будет, если погрузить? Действительно будет как новый. Я пока очень довольна, в принципе, без усилий, немного потерла, все, и все отличненько, слушайте, классно. Ждем теперь футболочку. Периодически подглядываю, и футболка стоит уже час. Смотрите. Вау, вау, вау. Вот тут только на воротничке чуть-чуть видно. А тут уже практически красота. Слушайте, ну супер. Сейчас еще пусть полчасика постоит. Ну, 2 часа уже пусть стоит. И будем кидать в стирку. Параллельно решила закинуть кухонные полотенчики. Видите, они уже такие вот замызганные в некоторых местах. И тут видно, вот посередине, оно вот это чистое, вот это уже БУ как раз в стирку. И посмотреть, как будет себя вести. При обычной стирке с порошком у меня не отстирывает. Сейчас мы ее с вами усилим и посмотрим. Ну что, час прошел еще практически. Я хочу уже запускать стирку. Запускаем стирку и будем смотреть, что получилось. По ложечку порошка Фаберлик и ложку перкарбоната. Усиливаем с вами стирку. Я всегда в барабан порошок насыпаю. Так, включать буду на 60 градусов. Так, ставлю на хлопок на 60. Все, погнали. Достаю с вами вместе. Будем смотреть. Меня интересует футболочка. Первым делом. Так, где у нас перед-то? Господи, да, вот перед. Слушайте, ну чуть-чуть на воротничке осталось, а все остальное отошло. Ну класс.
Полотенчик заметно посвежел. Если бы я его замочила, мне кажется, он был бы вообще как новенький. Вот Как выглядит отлично. футболочка? То есть вот тут все фокус. Фокус, алло. Все пятна отошли. Осталось небольшое пожелтение на воротничке. Вот здесь небольшое. Но небо и земля по сравнению с тем, что было, я, если честно, думала, ее уже не спасти. Я была в этом просто уверена. Я уже собиралась ее выкидывать. Думаю, еще пару раз дома наденем и выкинем. Но нет. Супер. Пока с уверенностью могу сказать, что это лучший пятновыводитель, который я когда-либо пробовала. Фаберлик у меня эту футболку не отстирывал. Она уже в этих пятнах месяц, наверное, точно не отстирывал. То есть я ее стираю, мы ее по дому периодически носим, как бы, а пятна вот эти вот, они все остаются. Я очень удивлена, на самом деле, здорово. Слушайте, не зря такие восхищенные отзывы прямо у людей на это средство. Супер. Ну и плюс это еще экологично, может заменить много средств в доме. Мне очень понравилось, супер. Вообще, отличный очиститель от Brand Free. Я ссылочку на него обязательно на Wildberries и на Ozon оставлю под видео. Сейчас хорошие скидки, распродажи как раз, посмотрите. Цены должны быть уже очень классные, даже без скидок. Цена вполне адекватная за 1 килограмм. Мне очень понравилось, поэтому могу смело рекомендовать. Он гораздо сильнее пятновыводителя и отбеливателя Faberlic, в разы просто. Лучше пока ничего не пробовала. Рада. Высохшей футболки практически вообще ничего не видно. Супер. Покупочки Wildberries сезон. В черную пятницу все-таки удалось заказать туалетную бумагу. Папе хорошая цена. Весь день приложение не давало сделать заказ, но под вечер удалось. Здесь три слоя. 20... Сколько их здесь штук? 4, 4, 4. 16 штук получается, да? Да, получается 12 штук. Во, я обсчиталась. В общем, 12 штук. И как-то вот рублей 300 прям совсем с небольшим. Это дешево. Так, что еще заказала? По совету девчонок из Телеграма, а именно Лианы, я взяла вот такой доместос для туалета. Она прям говорила, что он гораздо лучше, чем Бреф. И от него так быстро налет на туалете не скапливается. Попробую. Первый раз такое взяла. Сколько их у нас тут? 3 штуки получается. И долгоиграющие вроде. Ну, в общем, буду пробовать, вам расскажу потом. Так, и с Wildberries пришла штука такая для волос, интересная, белорусская. Тоже по совету Лианы, сейчас откроем. Это белкосметик, серум вот такой для волос, сыворотка против выпадения волос. Они у меня тоже не выпадают, как бы, но я вам уже рассказывала, я хочу укрепить для профилактики и чтобы побыстрее росли. Облепиха, что меня зацепило. Я обожаю облепиху в косметических средствах. Органическое масло, аргинин, витамин, экстракт облепихи. По всей коже головы помассировать, ну, как и свицин. А на сухую, так и на влажную. Не требует смывания. Посмотрим, будет утяжелять или нет. Очень интересно. Давайте с вами понюхаем. Удобный, в принципе, носик. Вот так вот удобно наносить. Прозрачная, что ли? О, да, облепихой пахнет. Очень похож на крем Faberlic, но менее выражено. Но, тем не менее, да, пахнет облепихой. Здорово. Только зашли домой, такие замерзли, жутко вообще. И приходит оповещение, что пришел самокат. Заказала Крестюшке на Wildberries самокат. А, по-любому он следующим летом нужен. А, но знаю уже по опыту, что зимой такие вещи покупать гораздо выгоднее. Вот за 700 с чем-то рублей складной. Сейчас, наверное, пойду добегу, заберу и покажу. Забрали, забрали. Все проверила, нормальный. В одном месте, правда, чуть покоцанный. Сейчас откроем. Так он выглядит в сложном виде. Я попробовала, разложила, сложила. Тут сейчас, Крис, сейчас тут еще в подарок. Дерзкий, конечно, мы клеить не будем, потому что мы дерзкие. План есть. Какая-то фигня. Дерзкий. Я не знаю, что это такое. Инструкция. Еще книжка. Яркий трек. Что это такое? Книжка. Просто книжка. Спасибо, что выбрали. Книжка какая-то. О. Крис в коробку. Ну, и ладно. Так, он у нас вот так раскладывается. Так, опа, конец мне потом тоже. Тебе, да, он, кстати, длинный, вытаскивается, так закручивается, удобно просто машину положить, компактный, ободранный он вот тут, вот в этом месте чуть-чуть, как бы. Но это не критично, я колеса все проверила. Так, вот, котен, смотри, тащи роль наверх, вставай, вставай, давай, тащи. Так, не тащится? О, он прям высокий может быть, вот так он выглядит, прикольный. Вроде такой плотный пластик, не скользящая такая штукенция. 700 с чем-то рублей, но это типа тормоз. Нормально, я считаю. Хорошая покупочка. Будем летом гонять. Но она уже будет гонять час, я так чувствую. Сейчас
освоила, покаталась. Ну, мы ее покатали, правда, две ноги поставила, порадовалась. Он, правда, бесшумный. Он не громыхает. Нет в нем таких вот железок. Я по отзывам, когда выбирала, читала, он бесшумный. Вот тут написано, видите, бесшумное движение, плавность лимузина, спортивная управляемость. У него еще как-то руль из стороны в сторону крутится. Это надо вот эту штуку открутить. И он как-то вот так вот вжух, я не знаю, для управления. В общем, будем осваивать. Он действительно абсолютно бесшумный. Он не громыхает нигде, ничего. Вообще классный, понравился. Дешево и сердито. Ну, на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Ссылку на очиститель Brand Free оставляю под видео. Всех люблю, целую, всем пока-пока.